Театр «Диалог» представляет «Поверх барьеров» – спектакль о драматических судьбах Бориса Пастернака и трех его возлюбленных женщин, о глубине человеческих отношений, о жертвенности, о страсти, о творчестве, о чудотворстве. Сценарий постановки Ирин Волкович. Участвуют Рустем Галич, Снежана Чернова, Лиза Каймен, Евгения Оружева, Сергей Побединский. Суббота, 17 августа, 6:30 вечера. Справки по телефону 347-401-3105.